Добрый день, дорогие друзья, компания Motolife приветствует вас. Данное видео посвящается свободному мотоциклу BMW R1100 GS с номером рамы 2057272. Мотоцикл полностью весь в оригинальном исполнении, все целенькое, все на своих местах. Ветровое стекло оригинальное целое, поворотники также оригинальные целые, соты на радиаторе все целенькие, не помятые. Крыло имеется, тут небольшие незначительные недочеты, передняя покрышка 50% в остатке, тормозной диск без следов износа, остаток колодок 60%, амортизатор сухой, шток не ржавый, вилка также сухая, без запотеваний, пылинки немного порепанные. С этой стороны без потертости, без мятин, небольшие недочеты по шильдику есть. Укомплектован камышовками большими, родные зеркала, двигатель, крышки без потертости, лапки, подножки все целенькое, пассажирские также целые, сидушка целая. На пассажирской сидушке есть небольшие недочеты. Треснуло. Крепление под центральный кофр. Задний поворотник и стоп-сигнал целый. Заднюю покрышку, конечно, желательно будет поменять. Но поездить еще немного можно на ней. Тормозной диск подизношен. Небольшой реборд присутствует. С этой стороны глушитель у нас без потертостей. В хорошем состоянии. Спицы немного подкрашивались. Освежали их. С этой стороны подножки, лапка. Включение пассажирское, все целое. Двигатель также без потертости, небольшие потертости на пластиковой накладке есть. Бак целый весь, ровненький. Пробег мотоцикла